В Доме офицеров Тихоокеанского флота во Владивостоке прошел праздничный концерт в честь 327-й годовщины военно-морского флота и Дня моряка-надводника. Губернатор края Олег Кожемяка поздравил военнослужащих, а также вручил им государственные награды. Глава региона подчеркнул важность мероприятия, отметив, что судьбы Приморского края и военных моряков тесно связаны между собой. Военные моряки во всех направлениях всегда проявляли чудеса смелости, находчивости, всегда, не боясь, шли вперед, осваивали побережье, ставили новые посты. Поэтому Приморский край и судьба военных моряков тесно связаны. Многие семьи наши связаны этими профессиями военных моряков со службой своих дедов, отцов, сыновей. Поэтому для нашего края судьба военного моряка, жизнь надводного флота – это наша жизнь. Я от души всех поздравляю ветеранов, тех, кто служил в советское время, тех, кто служит сейчас в военно-морском флоте, в нашем Тихоокеанском, с этим замечательным праздником. Поздравляю тех ребят, которые сегодня с честью, гордостью несут звание военных моряков, отстаивая нашу же родину на далеких украинских просторах, также показывая образцы героизма и мужества, как их деды и прадеды. От всей души желаю вам здоровья, благополучия, успехов в службе и личного счастья. С праздником! После торжественной части моряков и гостей мероприятия ждал праздничный концерт, на котором приморские артисты исполнили лучшие вокальные и танцевальные номера, связанные с морской тематикой.